Орел ГУ и Спартак Куб ГУ знакомы не первый год. Команды участвовали в совместных матчах. Тренер Орловской уверен, соперник достойный и по силе равный. К тому же в 2019-м обыгрывал их не раз. Но в матче, который прошел во Всемирный день борьбы с раком, важен был не только результат. У нас есть менеджер, непосредственно который занимается данным вопросом. Он обратился к нам с такой инициативой, что сегодня проходит игра в Всемирный день. И мы, в общем-то, как бы приняли эту инициативу с удовольствием, потому что спортсмены должны участвовать во всех данных благотворительных мероприятиях. «Матч добра» – так назвали встречу баскетболистов Орловского и Краснодарского вузов. В перерыве был объявлен благотворительный сбор в пользу юных орловчан, находящихся сегодня в детском онкологическом отделении при НКМЦ имени Круглой. Ассоциация студенческого баскетбола обратились сами. Обратились с просьбой организовать благотворительную акцию. Они так захотели в день, Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. Они захотели помимо спорта поучаствовать еще в добром деле. Свою победу команда «Спартак Куб ГУ» посвятила орловским детям, больным раком. Следующим благотворительным мероприятием станет фестиваль «Музыка добрых сердец». Он пройдет 15 февраля. Имя адресата, для которого будут собираться средства, назовут уже в этот четверг, 6 февраля. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».